Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Смены летнего языкового лагеря подходят к концу. За несколько недель ребята получили массу ярких эмоций и впечатлений. Тематические вечеринки, мастер-классы, танцы, бассейн, клубы по интересам. Организаторы постарались наполнить каждый день смены интересными событиями. И даже занятия иностранными языками проходят необычно. Новые слова, фразы и правила дети закрепляют в игровой форме. Им действительно это нравится, потому что мы каждый день слышим, что ребята с удовольствием сюда идут. Они не хотят уходить, потому что вот у нас, например, лагерь работает до определенного времени. И зачастую ребята остаются, они там доигрывают, общаются, еще что-то. То есть им действительно это интересно. Нестандартный творческий подход к преподаванию дает свои результаты. Через 10 занятий ребята могут свободно рассказать о себе и своей семье на китайском, немецком, французском и испанском языке. Арина Качалина ходит в языковой лагерь второй год. Освоив английский до нужного уровня, девочка решила, что пора открыть для себя новый язык и сделала выбор в пользу французского. Мне что-то очень сильно понравилось в нем. Он очень красиво звучит и как бы переливается. Это очень полезно, потому что ты, может быть, куда-нибудь полетишь, поедешь, и это тебе очень сильно понадобится. Ребят разделили на две группы и предложили придумать сценки, в которых будут задействованы английский, китайский, немецкий, французский и испанский языки. При этом мальчишки и девчонки самостоятельно придумывали сюжет, выступали в роли режиссеров и актеров. Когда я вырасту, я поеду в Китай, и там смогу разговаривать на китайском, а не по-русски. Занятия в студии иностранных языков Language Bridge проходят как летом, так и в течение учебного года. Более подробную информацию о наборе групп можно узнать по телефону 988-22, а также на официальном сайте.